королевстве Эрендейл проходит бал. Как вдруг... Эльза, что с тобой? Скорая уже мчится на помощь. Принцессе плохо. Проверим пульс. Срочно везем пациентку в больницу. Лалилу, я принес материалы. Thank you. Застеклим дисплей. Вставим в корпус. Сбоку крепление. Возьмем старые наушники. Отрежем лишнее. Заклеим картоном. Подключим к аппарату. Дефибриллятор – нужный прибор в каждой больнице. Эльза уже в палате. Приведем ее в чувство. Дефибриллятор поможет. И разряд. Появился пульс. Но Эльза так и не очнулась. Принцесса спит крепким сном, но шансы есть. Ох, бедняжка. Мы обязательно ее разбудим. Так, все придется делать самому. Что за странная штука? О, острые ощущения. Да, лучше довериться врачам. Ребята, жмите лайк, чтобы спасти Эльзу. Возьмем пенополистирол. Придадим текстуру. Слой за слоем. Затонируем. Светодиоды. Проделаем отверстия. Спрячем в них лампочки. Наденем на подсветку. Добавим стразики. На вершине прозрачная крышка. Неужели этот хрустальный гробик для Эльзы? Странная Барби работает смотрительницей музея. Приветик! Олаф, ты на экскурсию? Не-а, ищу удобное место для Эльзы. Давай посмотрим. Вау, саркофаг! Сори, тут занято. А как тебе этот вариант? Снежинки, льдинки. Это оно. Я присмотрю за тобой, подруга. Упс, меня тут не было. Понадобится картон. Приклеим дисплей. Чехол из фоамирана. Окантуем термоклеем. Петелька. Айпад со скоростным интернетом. Друзья думают о том, как помочь принцессе. Бедная сестренка. Мы ей обязательно поможем, не расстраивайся. Ребята, напишите в комментариях, что поможет разбудить Эльзу. Смотрите, уже есть ответы. Грааль святой воды, волшебный цветок, хрустальная туфелька. Вот оно, поцелуй принца. Ура, Эльза вернется. Но где же взять принца? Сестренка, мы найдем его. Идея, устроим кастинг. Точно, девочки, за дело. Новый персонаж. Нарисуем глазки, светлые волосы, снимем мерки, подготовим выкройки. Новые брючки. Вуаля! Верх готов. Леди и джентльмены, Джек Фрост собственной персоной. Лалилу объявляет кастинг открытым. По местам начинаем. В жюри принцесса Анна. Ваша любимая принцесса Пич. И Золушка. Приглашаем первого кандидата. Приветик! Я покорю сердце Эльзы жонглированием. Стоп! Этим ее не впечатлишь. Эх, моя очередь. Чем вы нас удивите? Я умею превращаться в летучую мышь. Вуаля! Не думаю, что это хорошая идея. Спускается следующий кандидат. Красавчик! Я подарю Эльзе свое ледяное сердце. Как трогательно! Ты достоин ее! Эльза, любовь всей моей жизни, я не подведу. Снимем крышечку. Фоамиран, дырокол, за дело. Снежинки. Зальем емкость. Украсим льдинками. В сундуке полно сокровищ. Нашли. Снимем колечко. Больше блесток. Идеальное кольцо для Эльзы. Эльза все спит. Hey! Дж-
Джек, ну наконец-то! Буди, буди ее! Как ты прекрасна! Просыпайся! Я не могу без тебя! Попробуй ее поцеловать. Не получилось. Я так хотел, чтобы ты стала моей женой. Эльза просыпается. О, пс, Эльза, он уходит. Любимый. Эльза, любовь моя. Как романтично. Мой ответ – да, я согласна. Ура! Пиньята. Раскроем сферу, наполнитель и сюрприз. Закрываем. Подготовим гофробумагу. Обклеим шарик. Украсим снежинками. Ленточка. Обрежем лишнее. Подвесим декор. Пиньята с сюрпризом. Принцессы устроили девичник. Повеселимся. Привет, подружки. Эльза, я так за тебя рада. Спасибо. Девочки. Сестренка, теперь можно начинать. Сейчас будет сюрприз. Пиньята. Вау. Какая красивая. Что же там? Завяжем глаза. Ничего не вижу. Держи биту. Вот сюда. Бей. Пожалуй, отойду. Сестренка, держи крепче. И... Ура! Посыпалось конфетти. Ю! Кролик-единорог. Ты лучшая сестра на свете. Девичник прошел превосходно. Манекен готов. Обмотаем куколку скотчем. Покроем термоклеем. Снимем корсет. Отрежем лишнее. Прозрачный лак. Блесточки. Корсет сидит безупречно. Примерим юбку, длинный шлейф. Платье невесты покорит всех. Церемония вот-вот начнется. Где же невеста? Странно, опаздывает. Вдруг она передумала. Оглянись. Вот и она, прекрасная невеста. Эльза, ну просто красотка. Моя фата. Упс. Не переживай, это не испортит праздник. Джек, берешь ли ты Эльзу в жены? Эльза, согласна ли ты стать его женой? Да. Согласна. Чудесная пара. Ура! Эльза, букет. Ловите. Куда? Оуч, йо. Какой аромат. Прекрасный праздник. Доставка материалов для Лалилу. Захватим шпажки, соберем каркас. Отмерим расстояние, материалы. Как раз по размеру. Идеально. Смастерим матрасик. Добавим декор. Шарики. Расставим по бокам. Подвесим сверху. Вигвам – прекрасное место для игр. Ух, устала. Милая, давай прогуляемся. А кто присмотрит за малышами? Олаф. Можете на меня рассчитывать. Спасибо, друг. Чао. Bye. Ну что, малыши, каруселька. Ой, голова кругом. Мой нос, ну-ка верните. Детки летят на морковке с горки. Нет, проказники. Посидите-ка лучше здесь. Так безопаснее. Но шустрые детки нашли выход через окошко. Я же закрыл. Стоп. И ты попалась. Почитаем сказку. Холодной-холодной зимой, когда... Ах, что за погром? Сходили в кино. Лалилу, зацени обновку. Новые ботиночки. Красотка, а мы заберем коробочку. Затонируем крышку. Листик картона. Аккуратнее с огнем. Снежинку напополам. Украсим. Наполним воспоминаниями. К
коробочка памяти. Джек уже совсем дедуля. О, кто там? Это я, старина. Апельсинки-витаминки. Вау. О, тут нужно прибраться. Протрем пыль. Упс, а это что? Эх, все наше прошлое. Чего загрустил? Помнишь Фату? Еще бы. Мне она по-прежнему идет. Прекрасное время. Малышка, ты станешь Эльзой. Трусики изменили цвет. Распускаем ленточку на нити. Заплетем косичку. Для декора используем стразы. От малютки Эльзы веет холодом. Сестренка, а правда, что ты владеешь магией? Конечно, смотри. Мороженое. Спасибо, вкусняшка. А знаешь, что еще могу? Эльза создала огромную ледяную горку. Ух ты! Давай кататься. Чур, я первая. Ю-ху, я лечу. Оп, поймала. Аккуратнее. Можно ушибиться, крошки. Придумала, подложу подушечку. Сестрички продолжили веселиться на горке. Теперь мама спокойна за деток. Крошка, отправишься с нами. Хорошенько умоемся. Рисуем новое личико. Какая милашка. Заплетаем косички. Пора переодеться. Очаровательное платьице. Малютка Анна – воплощение весны. Эльза катает Анну на саночках. Как здорово! День за играми пролетел незаметно. Ого, уже поздно, пора домой. Побежали! Бррр, я так замерзла. Я сделаю тебе горячий чай. Спасибо, сестренка. Теплый плед. Чудесно. Какую же книгу выбрать? О, будем читать сказку «Фроузен». Ты слушаешь? Ой, уже уснула. Отдыхай, сестричка. Собираем подставку для украшений. Голубой и зеленый. На стороне Анны расцвела зелень. У Эльзы сверкают снежинки. Используем форму для мороженого. Перекрасим единорожку в оранжевый, рядом голубой. Двойная карусель для разных сестричек. Скорее бы прокатиться. Сестренки гуляют по лесу. Как вдруг неожиданная находка. Ух ты, снеговик. Мне он тоже понравился. Дай посмотреть. Я первой нашла. Упс, ну вот, сломался. Все из-за тебя. Явилась фея зимнего леса. Так-так, что стряслось, крошки? Нужно делиться и жить дружно. Фея наколдовала чудесную карусель. Вау, какая красота! Покатаемся вместе? Правда, милашки, когда они ссорятся? Вместе всегда веселее. Мне пора. Приветик, можно с вами? Конечно, превратим тебя в Эльзу. Дополним образ юбочкой. Украсим платье стразами. Нанесем лиловые тени. За спиной развивается невесомый шлейф. Столько снега! Отличная погодка! Согласна, во что же сыграть? Есть идейка. Делаем ангелочков. Как весело! Помнишь нашу игрушку? Сейчас кое-что наколдую. Да ладно! Олаф. А мой нос? Ю-ху, морковка. Приветик, поиграем вместе. Давай в снежки. Олаф, берегись. О, что? Ой. Только морковка торчит. У сестричек появился новый друг. Для новой поделки используем холдер. Разрезаем по диагонали. Выстраиваем деревянные ступени. Получилась лесенка. Наносим потеки термоклеем. Посыпаем липкий слой глиттером. Получилась ледяная лестница. Куда же она ведет? Девочкам задали уйму уроков. Непоседы отвлеклись на игры. Пс,
Идет по местам. А вот и наши примерные ученицы. Как успехи? О, вижу, дело идет не быстро. Все такое сложное и скучное. Пс, давай сбежим, когда он отвернется. Бежим! Он нас не найдет. Наколдую лестницу. Идеально! Вперед! Анна, догоняй! Уже спускаюсь! Побежали скорее! Эй, куда вы? Постойте! А учиться? Что выберем? Цветочек? Соединим колечком. Добавим дужки оправы. Получился стильный аксессуар. Подсолнухи дополнят любой образ. Эльза занята, а самой скучно. Анна, у меня есть сюрприз. Что там, покажи. Держи. Вау, какие очки. Волшебные линзы перенесли их из леса на летнюю площадку. Олаф, это просто чудо, спасибо. Друзья принялись играть в догонялки, а теперь в прятки. Не подглядывай, бегу прятаться. Упс, забыл руки. Уже все? Ку-ку, нашла. Руки прибежали к тебе. Ребята устроили пикник. Возьмем тонированную бумагу. Появились силуэты листьев. Саманта шалит. Закружился осенний вихрь. Стаканчик. Обклеим листочками. Размотаем леску. Свисают рыжие листья. Посыпаем золотым глиттером. Туманный лес таит в себе множество тайн. Олаф как раз выбрался на прогулку. Эльза, Анна, Саманта? Я же не знаю никакой Саманты. Ой, сколько листвы! Вдруг поднялся сильный ветер. Вихрь листьев подхватил Олафа в воздух. Помогите, вихрь уносит меня! Олаф, где же ты? Ау, Олаф! Анна, наконец-то, помоги слезть отсюда! Фу, земля! Я боялась, что ты потерялся в тумане. Скорее, отправляемся на поиски Эльзы. Эльза повзрослела. Пора сменить лук. Обведем шаблон. Сшиваем комбинезон. Эльза, примерь обновку. Сидит безупречно. Хотите, покажу фокус? Абракадабра. Цыпленок. Еще раз. Сколько ткани пригодится для образа? Вау! Украшаем рукава льдинками, лучи снежинок. Покрываем наряд. Снежный кристалл как символ ее силы. Королева зимних образов. Эльза покоряет ледники. Нужно ступать осторожно, хрупкий лед. Один неверный шаг и ушла под воду. На помощь приплыла волшебная лошадь. Эльза спасена. Благодарю тебя. А вот и ребята подплывают на льдине. Эльза, вот ты где. Сестричка, Олаф. Долгожданная встреча. Неужели мы снова вместе? Берем упаковки от конфет. Скатываем шарик пластилина. Снимаем колечко. Крепим к глобусу, мастерим подставку. Осталось все собрать. Бусинки, ножки, ось. Вся планета перед глазами. Олаф отдыхает после бурных приключений. Легкий джаз. Ах, жизнь прекрасна. Берем его с собой. Давай, Олаф, не спать. Отправляемся в новое путешествие. О, что? Да ладно, куда же? Тащи глобус, определимся. Окей. Хорошо, что не успел спрятать. Держите. Эльза наугад ткнула пальцем. Взяли все необходимое? Конечно. Вперед в приключения. Друзья перенеслись в жуткое место. О, здесь произошло кораблекрушение. А мне нравится мистический дух. Смотрите, что я нашла. Ого! Вау, холодное сердце. Мы его нашли. Путешествие завершилось бесценной находкой. Анна в гостях у Лалилу. Начнем с голубой блузы. В
вся в прорехах. Атласная юбка и та заношена до дыр. Надеваем черный корсет. Анна беременна. Прорисуем веснушки. Накидка испачкана. В волосах запутались колоски. Бедняжка Анна, который год, донашивает вещи. Девушка живет очень скромно. Вот и утречко наступило. Нужно набрать воды. Ой, зря резко наклонилась. Кристоф! Дорогая, тебе не здоровится? Животик схватила. Малыш просится на свет. Нашел коляску. Тебе нужно к врачу. О нет, у транспорта отлетело колесо. Вызов принят. Отнесу тебя на руках. Доктор, помогите. Жена вот-вот родит. Отпустите ее на каталку. Все будет хорошо. А вот и Анна с сынишкой. О, мой малыш! Спасибо за сына, дорогая. Растите здоровыми и счастливыми. Пластиковый судочек. Приклеим дозатор от салфеток. Обрамляем фоамираном. Украшаем стразами. Крепим прозрачную панель. Дисплей с кардиограммой. Мастерим ножку. Удобные колеса. Богатый инкубатор впечатляет роскошью и функциональностью. Эльза тоже родила наследника. Но в палате для богачей. О, где мой ребеночек? Без паники, мамочка. Девочка в инкубаторе. Ах, моя крошка, иди ко мне. Не дотягиваюсь. Показатели пришли в норму, я достану сама. Какая красавица! И абсолютно здорова. Возьмите щедрое вознаграждение. Не стоит благодарности. Это моя работа. Берем пластиковую бутылку. Наносим ржавчину. Изгибаем проволочную стойку. Ставим ванну на опоры. Мочалка в комплекте. Выглядит не очень, но сгодится для купания. Малыш расплакался. В чем дело, сынуля? Оу, Фип, протру салфеткой. Не помогает. Без прищепок не обойтись. Есть идея. На свалке точно что-то завалялось. О, нашел ванночку. Точно, искупаем пупса. Потрем хорошенько. О, другое дело. Как приятно пахнет. Чистенький малыш, довольные родители. Полусфера. Мягкий плед. Выстроим козырек. Украсим блестящей тесьмой. Золотое кружево. Вместо колес – полозья для снега. Добавим декор. Лимитированная модель – коляска Сани. Впервые в продаже. Успейте приобрести малышу. Навестим семью Эльзы. За окном чудесная погодка. Пора прогуляться. У нее целый автопарк колясок. Разные формы и размеры. С какой же пойти на прогулку? Слишком открытая, столько вариантов, глаза разбегаются. О, кажется, мы нашли то, что нужно в снежную погоду. Готовься к приключениям, крошка. Коляска скользит по снегу почти без усилий. Превосходный вид. Дочурка, полюбуйся пейзажами Эренделла. Это все принадлежит нам. Подготовим досточки. Соберем деревянный ящичек. Мастерим молоток. Состариваем металл. Укрепляем уголками.
Молоток, отвертка, гвозди на всякий случай. Набор инструментов поможет справиться с ремонтом. Олаф присматривает за племянником. Молодая мамочка отдыхает. Вдруг ставни распахнулись. Погода разбушевалась. Что будем делать? Тише, крошка, тише. Ветер сносит все в доме. Где там мой набор инструментов? Сейчас приколотим окно. Вот так. И больше стихия не страшна? Без тебя я бы не справился. Все благодаря чудо-набору. Поколдуем. Вкладываем отсеки из пенополистирола. Крепим детальки. Тонируем под металл. Добавим шестеренки. Закрепим дисплей. Машинка для счета денег скажет точную сумму. Пора привести себя в порядок. Мне нужен VIP-комплекс услуг красоты. Конечно, миссис Эльза. Моника присмотрит за вашей доченькой. Присаживайтесь и получайте удовольствие. Мастера принялись за дело. Приведем волосы в порядок. Вы суперкоманда. Сколько с меня? Вот финальная сумма. Олаф, вези мои денежки. Полная тележка купюр. О-оу, как же их сосчитать? Обо всем позаботится эта машинка. Просто вкладываем банкноты. Устройство очень облегчило работу. Согнем проволочную змейку. Сплетем сетку. Добавим столешницу. Массивное колесо. Педаль для ног. Вот и сама машинка. Логотип Зингер. Все поросло мхом. Старинная швейная машинка еще способна создать шедевры в умелых руках. Вот незадача. От сбережений остался один лоли-доллар. Нужно как-то заработать. Есть идейка. Настроим машинку. Ведро вместо стула. Отрезка ткани достаточно. Анна увлеклась шитьем. Ура, платье готово. Может, кому-то понравится мой товар? Распродажа. Покупайте наряд. Интересный фасон. Я его беру. Носите с удовольствием. Мой первый гонорар. У мастерицы получилось отшить целый гардероб. Дело кипит. Денег становится все больше. Теперь наша семья ни в чем не будет нуждаться. Намечаем силуэт манекена. Обводим контуры. Соединяем половинки. Затонируем ножку. Установим на 4 подставки. Прекрасный манекен для демонстрации одежды. Бизнес Анны процветает. В ее коллекции полно новых моделей. Куда же повесить еще одно платье? Все занято. А без манекена его никто не увидит. Придется заказать новый. Алло, доставка, жду. Ваша посылка, мисс. Спасибо, сдачи не надо. Вот моя прелесть. Идеально подходит к этому платью. Теперь в салоне красота. От клиентов нет отбоя. Все хотят эксклюзивные образы. Платья Анны имеют фантастический успех у модниц. Превращаем квадратик пенополистирола в кружок. Проделываем отверстие. Проводим подсветку. Собираем детали. Установим на ножку. Богатый или бедный? Стрелка решит сама. Колесо фортуны набирает ход. На чьей стороне удача? Кто готов испытать судьбу? Олаф опять за свое. Ну-ну, рискнем. Я первая.
Мне выпало богатство. Поздравляю, держи деньги. Эльза, твоя очередь. Ладно, один оборот. О нет, все изменилось. Не огорчайся, держи доллар. Бегу придумывать бизнес-план. Новая игра началась. А чего это я не кручу? Стрелка выпала на богатство. Анна ухаживает за огородом. Анна, Эльза, беда, помогите! Потерял морковку. Ну и дела. Как раз осталась последняя. Со сбора урожая. О, мое спасение! Морковочка Олафа. Похрустим. Эльза, что ты натворила? Ходить мне без носа. Олаф расстроился не на шутку. Образовался портал. Придется проучить Эльзу. Вытрем личико. Да, ткань грязная. Вырезаем выкройки юбки. Сошьем. И так сойдет. Из влажных салфеток получится верх. Примерим на Эльзу. Дополним образ корсетом. Дыры, заплатки, потертости. У бедняжки нет денег на новое платье. Эльза привыкает к скромной жизни. Эх, скудный улов. Нашла только кусочек коры. Животик урчит. Проголодалась. Что же перекусить? Заглянем на полки. Совсем пусто. Вдруг котелок зазвенел. Кто же там прячется? Набежали мышки. Вы меня напугали. О, можно пожарить банановую кожуру. И с вами поделюсь. Эльза подружилась с хвостатыми соседями. Анна, бросай инструменты. Твоя роль – быть богатой. Вау, как интересно! Блуза из роскошных тканей. Вырезаем круг. Вау, ручная роспись. Украшаем цветочными стразами. Отверстие. Примерим юбочку. Какая красота! Образ дополнит золотой корсет. Выглядит великолепно. Подготовим ткани для мантии. Роскошный шлейф. На макушке сверкает корона. Анна невероятно богата. Как чудесно парить над миром. Оставьте меня здесь, пожалуйста. Да, ваше высочество. Ах, насколько прекрасно быть богатой. О, неужели денежное дерево? Поиграю на арфе. Мисс Анна, время процедур. Золотая ванночка для ног. Какой релакс. Алло, Олаф, забегай на чаепитие. Жду. Анна купается в дожде из купюр. Олаф, крути колесо фортуны. Что же тебя ждет? О-о, бедная жизнь. Вот попал. Без морковки тебе никак. Кривая, грязная, зато своя. Добавим мха. У бедняжки выпал зубик. Набросим шарфик из мешковины. В руках мусорный пакет. О, Анна! Зовет в гости. Не могу появиться в таком виде. Держи гостинец. Золотая цепочка. Лакшери очки. Но сначала загляну к Эльзе. Эльза ждет снеговичка в гости. Чем богаты, тем и рады. Накрою стол. А вот и я. Упс, нужно спрятать пакетик. Как жизнь? Худо-бедно справляемся. О, угощение!
А это кто? Ауч! За нос укусила. Упс, сори, мои новые приятели, мышки. Что-то звенит. Даже не знаю, наверное, на улице. Да нет, звук где-то рядом, странно. Олаф, куда он пропал? Анна уже заждалась. Возмутительно, где наш чай? Луиза! Да, мисс, все для чаепития подано. Так-то лучше. Фу, я на месте. Нужно успеть переодеться. Я готов. Анна, подруга, как поживаешь? Good. Олаф, умеешь удивлять, но нос никуда не годится. Золотая морковка для мистера Олафа. Другое дело. Теперь лук безупречен. Анна и Олаф уселись наслаждаться чаепитием. Вырезаем развертку коробочки. Складываем золотую упаковку. Воу, сколько лолибаксов! Складываем стопочкой. Неужели это салфетки? Украшаем полубусинами. Проставляем лого. Лали Витон. Брендовые салфетки из Лали Долларов. Богачка Анна ждет малыша. Чем бы себя занять? Любимый сериал всегда веселит. Не сегодня. Какая драма? Мисс, чем могу помочь? Мне ужасно грустно. Пончики помогут. Одну минутку, несу. Нет-нет, я хотела большого мягкого пончика. Подушку. Простите. Неплохо, но уже не хочется. Как же вам угодить? Приветик! Ах, Анна, ты что, плачешь? Я стала такой чувствительной. Держи салфетки. Деньги всегда поднимают настроение. Wow. Надо же, сработало. Друзья буквально купаются в деньгах. Базар Лалилу. О, одолжим мешок. Набьем соломой. Прошьем степлером. Забросим в бак. Фи, такой грязный. Мешки с сеном. Мышки наделали дыр. Не может быть, Эльза тоже беременна. Дорогая, я дома. Hello. Притащил кучу мешков. Зачем все это? Тебе нужны подушки. Смастерю софу. Wow. Каркас из коробки. Кладем подушечки с сеном. Попробуй прилечь. Okay. Ух ты, ты такой молодец. И вправду удобно. Я готов сделать все для любимой жены и нашего малыша. Oh. Отдыхай, милая. Выбираем унитаз. Нет-нет, слишком простые. Берем мерный стакан. Мы хотим в золоте. Блестящее сиденье. Мастерим золотой бачок. Не хватает крышки с бусинкой. И крышка для сиденья. Фурнитура. Пожалуй, корона. Установим на пьедестал. Стойка с бумагой в комплекте. Трон унитаз. Богачи могут позволить себе любые капризы. Олаф в гостях у подруги. Мне срочно нужно в уборную. Hey! Я тоже хочу. Я первый. Вот это шик. Унитаз на троне. Красотища. Wow. Nice. Чувствую себя важной персоной. Oh, wow. Что делает эта кнопочка? Беднягу смыло. Хватит рассиживаться. Олаф, я захожу. Ой, а ты где? Только веточка торчит. Куда он запропастился? Зато нет очереди. Эльза наводит порядок. Давно пора здесь убраться. Сколько пыли. Откуда этот звук? Труба зашуршала. Неужели забилась? Что там такое?
Приветик, Эльза. Фи, ты весь в слизи. Проставляем штампики. О, нам пригодится. Используем ручку, щеточка. Обрежем и закрепим. Осталось завернуть. Выбираем низ по размеру. Заливаем доместос. Простой ёршик справится с засорами. Только затеяла уборку. Придется чистить тебя ёршиком. Фу, еще немного. Мог зайти и через дверь. Стоп, откуда эти очки? Без понятия. Принесло с точными водами. Берем пластиковую емкость, обрезаем вверх, обтягиваем золотой тканью, стелим сиденье, мягкий поролон, вырезаем подушечки, обшиваем тканью, выкладываем вместе со спинкой, страховочные крепления. Наколдуем декор, роскошный бантик, восхитительное безопасное автокресло. Анну выписали из роддома. Растите здоровыми и богатыми. Обязательно. Луиза подогнала машину. Прошу, мисс, авто подано. Спасибо за все. Так, малышку сюда, и я присяду. Нельзя возить ребенка без автокресла. А что делать? А, чуть не забыла. Вот, роскошное автокресло. Под стать богатой крошке. Оно достойно моей дочки. Вот так, идеально. Все поместились. Bye-bye. Машина пролетала мимо Олафа. Есть план. Нужно воссоединить сестер. Дождь из палочек. Разделяем пополам. Равные деревяшки. Выстроим стенки. Закрепим колесо. Удобная ручка. Тонируем древесину. Оборачиваем ручку бечевкой. Стелим травку. Такс, выбираем ткани. Маленький пледик. Скромная коляска-тележка. Эльзе без нее не обойтись. Эльза стала молодой мамочкой. Ах, моя славная малютка, как я счастлива. Крутой дрифт. Папаша, хватит баловаться. Приглашаю моих девочек прокатиться. Только осторожно, прошу. Поехали. Нужно организовать их встречу. Изменим дорожные правила. Вот здесь стоп. Ой, перекрыта дорога. А этого раньше не было. Еще бы. В чем дело? Конец пути? Эльза? Анна, ты стала мамой? План удался! Их семьи вновь вместе!